Что и под городом, под Черниговом, хей, в люли, под Чернигов, там ляжет тело, як папер бела, хей, в люли, як папер бел. Бабушка, а что такое папер? Ну, это белая бумага. Вот так оно и называется, папер белая. Бабушка, а что ты за песенку поешь? А это, внученьки, песенка такая на большой праздник. Все поют, выходят весь народ у нас, выходят на село и поют песни, ведут эту стрелу. С усих улиц выходят стрела, с усих улиц. Впереди идут цыган и цыганка, и детки бегают. Выходим за село, уже-то идем. Вот и песенку эту поем. И там веселятся дети, и поют карагод, и песню эту поют. Конечно, можно, внучечки. Давайте споем. Что и под городом, под Черниговом, хей, в люли, под Черниговом, там ляжет тело, як папер бела. Папер бел, никто к телячку не приступится. Хей, люли, не приступить. Приступилася стара бабочка. Хей, люли, стара бабочка. Стара бабочка, яго мамочка, хей, люли, яго мамочка, узяла тело, дай на ручечки, хей, люли, дай на ручечки. Понесла тело в цейковку, хей, люли, тело в цейковку, самые дверечки отворилися, хей, люли, отворились, звонилися, хей, люли, зазвонились, самые книжечки зачитались, хей, люли, зачитались, самые свечечки запалились. Сама телячка схоронилася.
это ой-ле, ой-ля-ле, за тобой замуж выйду. Я послышал старичок мое словячко. Ой-ле, ой-ля-ле, мое словячко. Я костал старичок рано раненько. Ой-ле, ой-ля-ле, рано раненько. Я комылся старичок белобеленько. Помолился старичок Богу верненько. Ой-ле, ой-ля-ле, рано раненько.